И вот я могу дать вам абсолютно практическую инструкцию, как, как за год, максимум за два, стать успешным адвокатом. Юристу, который только что закончил институт. Давай. Надо, да, браться за дешево, за много дел и вести их, каждое дело вести на максимум достойно. И за год у тебя появятся люди, например, пришла бабушка по заливу, но у нее сын может быть руководитель компании. Да, кстати, так бывает. А он тебе может обеспечить работой на много лет.